Дорогие друзья и уважаемые энтузиасты мира кондиционирования, сегодня в нашем обзоре долгожданная, уникальная, многофункциональная и поистине инновационная новинка от бренда Quattroclima «Лантерна». Встречайте! «Лантерна» — это высокотехнологичный кондиционер инверторного типа и первый представитель бизнес-линейки от бренда Quattroclima. Именно эта модель является жемчужиной бытовых кондиционеров бренда Quattroclima, и сейчас я постараюсь объяснить почему. Во-первых, кондиционеры «Лантерна» собираются на одном из лучших мировых заводов по производству климатической техники. Профессионалы, кто понимает разницу между заводами-производителями, сразу же поймут, о чем, собственно, речь и насколько важно, чтобы кондиционер был спроектирован и собран именно на всемирно известном заводе. Этот факт сразу же говорит нам о качестве, надежности и долгом сроке службы такой техники. В отличие от прочих аналогов, кондиционеры «Лантерна» прошли многочисленные испытания в специализированных исследовательских центрах. Затем прошли эти же испытания у наших инженеров в России, и только после того, как мы убедились в высочайшем качестве комплектующих и качестве сборки, мы вывели кондиционеры «Лантерна» на рынок Российской Федерации. Все хотят комфортной жизни для себя и своих близких. И тут у нас только один совет. Желая большего, выбирайте лучшее. Выбирайте такую технику, которая не только удачно впишется в ваш интерьер, но и прослужит вам долго. В любую погоду будет поддерживать именно те климатические параметры, которые выбрали именно вы. Ну и не преподнесет неприятный сюрприз в виде поломки или какой-нибудь нештатной ситуации, связанной с работой кондиционера. «Лантерна» от Quattroclima – надежные и качественные сплит-системы. Это подтверждается многочисленными исследованиями. Ну а чтобы было понятно, чем же так хороша новая модель, я расскажу вам о ней детально и по порядку. С вами Евгений. Погнали! Пару слов о дизайне. Он современный и легко вписывается в любой интерьер, а компактные размеры облегчат монтаж даже в условиях ограниченного пространства. Дизайн «Лантерны» выполнен в классическом стиле. Основные атрибуты, о которых хотелось бы сказать, это глянцевая лицевая панель из износостойкого пластика, не темнеющего со временем, и удобным для восприятия дисплеем, не вызывающим на себя большого внимания. Также при желании дисплей можно отключить. Обтекаемые формы выглядят стильно и современно, как, впрочем, и такой важный элемент дизайна и комфорта, как пульт управления. Ну а теперь поговорим о технических характеристиках. «Лантерна» — это инновационный прорыв от бренда Quattroclima, который сочетает в себе последние технологии, высочайшие стандарты надежности и стильный дизайн. Кондиционеры «Лантерна» обладают повышенным классом сезонной энергоэффективности А с двумя плюсами в режиме охлаждения и А плюс в режиме обогрева, что стало возможным благодаря использованию современных, высокотехнологичных и надежных инверторных компрессоров известной торговой марки. Серия инверторных кондиционеров «Лантерна» включает в себя 4 модели мощностью 9, 12, 18 и 24 тысячи БТУ. Диапазоны рабочих температур на охлаждение и обогрев у кондиционеров «Лантерна» очень высокие. На охлаждение от минус 15 до плюс 43 градусов, а в режиме обогрева от минус 15 до плюс 24 градусов. Эти показатели обеспечивают комфортную и надежную работу сплит-системы на протяжении всего календарного года в разных климатических условиях и в любую погоду. Помимо вышесказанного, серия «Лантерна» обладает очень низким уровнем шума, всего 21 дБ для младшей модели серии. Вы и ваша семья будете спать ночью спокойно, даже при работающем кондиционере. Здоровый сон – это основа хорошего самочувствия на протяжении всего дня. «Лантерна» позаботится даже об этом. В дополнение ко всему, кондиционеры «Лантерна» имеют ряд инновационных возможностей и функций, которые выгодно отличают серию от других кондиционеров. Начнем с самого простого. Режим «Турбо», временно активирующий производительность вентилятора и компрессора до максимальных значений. Необходим, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть заданных параметров температуры, например, быстро охладить помещение. Кстати, у «Лантерны» аж целых 7 скоростей работы вентилятора. Такого разнообразия режимов работы вентиляторов нет у других кондиционеров. Это преимущество обеспечит для вас максимально комфортную подачу воздуха, что позволит создать приятные условия для работы и отдыха в помещении, в котором вы находитесь. Режим самодиагностики. В реальном времени отслеживает состояние блоков и следит за корректностью работы сплит-системы в режиме нон-стоп. Никаких сюрпризов, только надежная и качественная работа. Что касается чистоты и здоровья, то и тут кондиционеры «Лантерна» идут в ногу со временем.
Мы отлично понимаем, что в современном мире люди стали больше обращать внимание на экологию и качество воздуха. Кондиционеры «Лантерна» порадуют и в этом аспекте. Встроенные фильтры не дадут микробам и другим вредным организмам попасть в поток воздуха, подаваемого кондиционером. Основной фильтр, биофильтр, катехиновый фильтр и фильтр с ионами серебра. Все эти фильтры вы можете устанавливать по своему усмотрению в различных комбинациях, исходя из ваших личных предпочтений. Тут вы сами выбираете уровень защиты, нужный вашему дому, а «Лантерна» поможет вам с этим. А вишенкой на торте в плане безопасности и экологии станет функция самоочистки кондиционера. Да-да, друзья, вы не ослышались. Серия инверторных кондиционеров «Лантерна» имеет функцию самоочистки, которая позаботится о чистоте кондиционера без вашего участия. Больше не нужно вызывать специалиста для чистки, платить ему за это деньги или тратить свое личное время. Сплит-система «Лантерна» справится с этой задачей самостоятельно. Достаточно запустить функцию самоочистки нажатием кнопки с пульта управления, а потом просто наблюдать, как кондиционер чистит сам себя. Вуаля, и ваш кондиционер снова как новенький и готов радовать вас свежим воздухом и дальше. Функция теплого пуска в режиме обогрева предотвращает подачу холодного воздуха до прогрева теплообменника. Не стоит забывать и о функции iFill. Когда функция iFill включена, пульт дистанционного управления автоматически отправляет данные о температуре окружающей среды на кондиционер каждые 10 минут для поддержания оптимальной температуры в помещении. Это значит, что кондиционер будет получать данные о температуре непосредственно с пульта и сможет обеспечить максимальный комфорт для пользователя. Ну и конечно же, мы не можем обойти стороной уникальную систему защиты наружных блоков. Комплексная антикоррозийная защита с использованием уникальной технологии GoldFin защитит теплообменники и другие комплектующие наружного блока от любых внешних воздействий, что обеспечит долгий срок службы. Как много разных и полезных функций и преимуществ. Уже интересно и хочется начать использовать «Лантерну» прямо сейчас? Мы вас прекрасно понимаем. А пока вы оформляете заказ, подведем небольшие итоги. Итак, серия инверторных кондиционеров «Лантерна» от бренда «Кватроклима» — это уникальное предложение, не имеющее аналогов на современном рынке. Чистота и здоровье, комфорт и уникальный дизайн, надежность, безопасность и долгий срок службы. Ну и, конечно же, простота в использовании и обслуживании. Это 6 столпов кондиционера бизнес-уровня. «Лантерна» обладает всеми этими характеристиками, а еще, что не менее важно, приятно удивит вас ценой. Итак, мы рассказали вам о нашей новинке – серии инверторных кондиционеров «Лантерна». Как я уже говорил в самом начале, «Лантерна» – это первый представитель бизнес-линейки от бренда «Кватроклима». И он получился отличным. Выбор, как всегда, за вами, друзья. А мы лишь предлагаем качественное и надежное оборудование по доступной цене. Безукоризненно выполняем свои гарантийные и постгарантийные обязательства. И всегда, абсолютно всегда ставим комфорт пользователей на первое место. Наша репутация и ваш комфорт – это основа того, чем мы занимаемся. Ссылку на страницу серии «Лантерна» я оставлю в описании к видео. Узнавайте подробности у наших менеджеров. Звоните на горячие линии, связывайтесь с нами по любым вопросам по всем доступным каналам. Подписывайтесь на канал «Академия Климата», друзья, чтобы не пропустить новые интересные видео. И следите за новостями в нашем телеграм-канале. А с вами был Евгений. Увидимся. Пока.